Мне 18 лет, уже 22-й год, но по-прежнему стоит Литвинова блок. Мне 75 лет, уже прошел который год, но по-прежнему стоит Литвинова блок. Если знаешь это место, значит явно ты не лох. Если ты толкаешь закладки, излечим от блох. А какой по в этом итог? Итог такой, то ноги вытирать, заходя на порог. Разделим на волокна, закатаем под бетон и присыпем это жирным битом, да бобитом. Здесь балаган твой неуместен, это мавитон. Здесь Тамара Александровна читает, это камильфо. Давно не слышал таких бабушек, которые 75 читают лучше многих рэперов, я прав же. Давно не видела таких я внучиков, которые 18 делают уборку дома так же. У нас здесь ганса рэп, тут пули на пулях. Не скуплюсь я на слова, ведь я люблю свою бабулю. Ты чё такой внук кислый? А ну прибавка баса. У нас тут на дорожке хватит для него запас. Хочу тебе сказать еще пару красивых слов. Мы с Тамарой Александровной замутили здесь ремесло. И рад, что слушаешь, да хоть ветром занесло. Отличный наш дуэт, не меняем смысла слов. 18 лет, уже 22-й год, но по-прежнему стоит Литвинова блок. Мне 75 лет, уже прошел который год, но по-прежнему стоит Литвинова блок. Если знаешь это место, значит явно ты не лох. Если ты толкаешь закладки, излечим от блох. А какой по в этом итоге? Итог такой, то ноги вытирать, заходя на порог. По жеребьевке Эпси справа мне и начинать. Бабулька, дай хоть строчечку еще мне прочитать. Я тебя гастратила всю жизнь, прошу не мешать. Ведь теперь отныне мой куплет, время кайфовать. Ты записал трек про Тарамамонта, но ты с камин суслика, но никак не мамонта. Я бэйби-бумер, и мое время на часах. А ты бэйби-зумер, и твое время засыпать. Могу тебе еще множество строчек накидать. Что загребал внучок, то тебе и разребать. У телевизора не выйдет нового фита. Я пропущу момент, мой любимый сериал. Я выброшу в окно батарейки с пультом, чтобы мы достигли как у Тенга культа. Побременись батарейки с пультом, ты мне лучше мясо покрути, пойдем на кухню. И мы идем на кухню и готовим новый рыбачок, чтобы твоя харя нам сказала: ну так ни о чем. Ни о чем, это ты смазливый мудачок. Это реал лайф, это наш с бабушкой отчет. Лучше Детройта и хайпер-попа. Всегда был и будет только трушный рэпачок, йоу. 18 лет, уже 22-й год, но по-прежнему стоит Литвинова блок. Мне 75 лет, уже прошел который год, но по-прежнему стоит Литвинова блок. Если знаешь это место, значит явно ты не лох. Если ты толкаешь закладки, излечим от блох. А какой по в этом итог? Итог такой, то ноги вытирать, заходя на порог.